Тверской области стартовал конкурс любительских фильмов «Земля Тверская». В этом году он проходит в 54-й раз. Несмотря на пандемию, на конкурс было представлено более сотни работ молодых и опытных авторов. С одним из них пообщался Никита Васильев. Студентка Тверского промышленно-экономического колледжа Александра Глумина киноискусством увлеклась достаточно давно. На протяжении последнего года вместе с товарищами делает первые попытки создавать свои картины. На счету Александра уже 5 кинолент в разных жанрах. Так как мы любители, мы хотим затронуть разные жанры, чтобы попробовать себя в разных темах, в разных ситуациях, разные истории придумываем. Вот сейчас подали на конкурс анимационный фильм. В своей работе под названием «Хлам» Александра Глумина вместе с автором Елизаветой Королевой рассказывает историю человека, который погряз в мусоре. Простая, но очень актуальная картина призвана обратить внимание на проблему увеличения количества отходов. Примечательно, что 54-й фестиваль любительских фильмов «Земля Тверская» стал для авторов далеко не первым конкурсом. Всего же в этом году на суд жюри было представлено около сотни работ киноделов любителей. Работы разные, но каждая по-своему интересная. Есть некоторые вещи, как я сказал, исторические, углубленные такие. Есть туристического направления, потому что человек, который имеет в руках вот этот же аппарат и ездит в любом направлении, то ли у нас в стране, то ли еще где-то, он хочет поделиться с тем, что он истинно увидел и по-настоящему его восхитило, и поделиться с друзьями. Вот этот момент тоже очень существенен. Безусловно, для молодежи очень важно и то, что продолжалось, и Ералашем заложены вот эти тенденции. Юмор, он тоже, как всегда, очень удачен. При этом, как было отмечено на церемонии открытия фестиваля, все больше среди авторов-любителей молодежи. Добавим, что 54-й конкурс любительских фильмов «Земля Тверская» завершится 30 октября. Лучшие работы будут выбраны профессиональным жюри.